Argo. This abbreviation reminds us of the ship on which ancient Greek heroes sailed behind the Golden Fleece. The 15th anniversary of Argo's first journey is an important stage in the team's formation. This film will discuss the team and those shores that have become so close. But calling Argo just a team is not quite right. Argo is an association of public organizations with a wealth of experience and mutual trust. It's an association of leaders. Today, Argo celebrates its 15th anniversary, although its history of swimming began long before this date. And throughout this time, the organizer and navigator on the captain's bridge has been Jamila Asanova. Человек, человеческий капитал – это самая большая ценность на Земле, потому что это разум, это действие. Я выросла в семье ученого. Знания, образование – это самая главная ценность вот в нашей семье, в традициях нашей семьи. После защиты кандидатской диссертации я ушла в общественный сектор. Сначала работала в экологической организации, помогала развивать экологическое образование в Казахстане. И потом начала работать в программах развития. Argo, or the Association of the Development of Civil Society, is a national association uniting civil society organizations that provide services to community organizations and local communities. Argo was officially registered in 2004, uniting civil society resource centers throughout the country. Each participant has its own NGO network, and so Argo official members have access to more than 80% of NGOs in Kazakhstan. Я вспоминаю 96-й год, когда огромное количество неправительственных организаций Казахстана решили создать такую вот некую единую организацию, которая объединяла бы ресурсы, интеллектуальные ресурсы и работала на все общество в Казахстане. Argo is a non-profit organization that professionally plans and administers national, regional, and international programs for social and economic development. Argo's priority regions are the countries of Central and South Asia and the CIS countries. Кайша Таханова, она является директором проекта «Партнерство для инноваций», который работает именно в странах Центральной Азии, Азербайджан. То есть это очень легендарная личность. Мы дружим ровно столько, сколько вот я работаю в третьем секторе, уже 20 лет почти. Мы занимались вопросами экологии, проблемы вопросы экологии, в частности, вот на Симпалатинском ядерном полигоне. Но это движение Невада, Симпалатинск с Алжасом Сулейменовым. Я приезжала в те же регионы, села, поселки, где живут люди, да, в зоне радиоактивного воздействия, и жизнь их никак не меняется, ничего не происходит. И тогда начинаешь думать, а чем можно помочь и что можно изменить. Say it concisely. Argo is trainings and consultations on business development and capacity building for NGOs and assessment and research at local, national and regional levels. Project management, monitoring and evaluation to successfully implement clients' projects. Grant administration, finance resource management for projects, and much more aimed at developing the potential of communities and organizations providing social services to citizens and businesses. Организация это очень интересная, и мне кажется, среди неправительственных организаций Центральной Азии достаточно уникальная тем, что есть очень ясное представление о собственной миссии. Есть очень сильный, на самом деле, коллектив, который очень много энергии вкладывает совместно в развитие и проектов, и мероприятий, и самой организации. Но там есть дух очень, мне кажется, коллегиальный, и это и отражается на работе потом организации в целом. Конечно, это связано с личностью руководителей, да, это очень интеллигентные люди, и Джамиля, и Кайша, но весь коллектив, он на самом деле состоит из таких людей. И это придает работе Argo некий, скажем, уникальный характер, которого не так часто встречаешь. Я была где-то в Чимкенте, в каком-то ауле мы делали, готовили семинар по правам женщин,
И рано утром, где-то в 6 утра, мне позвонили на сотовый и сказали: вы Кайшат Аханова, да, там мы хотим вам сообщить, что вы стали, ну, вас выбрали международная комиссия как на награждение экологической премии Голдмана. Это была такая честь, гордость. While working to strengthen the civil society in Central Asia, Arga was able to establish a partnership with Kazakhstan's Ministry of Foreign Affairs. В настоящее время Арго работает как равный партнер с государственными институтами любого уровня в определении политики развития гражданского общества. Организация работает как у себя в стране, так и со странами Центральной Азии и уже имеет партнеров в таких государствах, как Афганистан и Иран, что является очень важным моментом при вызовах сегодняшней политики в мире. One important indicator of the organization's achievements is the opening of the new office in the capital city of Nur-Sultan. Я видел, насколько серьезная организация, насколько серьезно относится к этой организации, госструктуры, международная организация, прислушивается, подключает представителей Арго в разные экспертные группы, в министерствах, в международных организациях. Argo actively supported the first conference initiated by the Ministry of Justice of Tajikistan, during which a productive dialogue between civil society with the government took place. Argo – это сетевая организация. Они могут работать с разными структурами, с НПО-сектором, с госструктурой, с бизнес-структурой. И я благодарна Argo за то, что они есть, и я научилась у них работать, создавать сетевые организации. In Uzbekistan, Argo implements the long-term Partnership for Innovation program together with the national movement Yuksalish. A co-working space for civil society has been developed within this project. Что мне очень нравится, что Argo никогда, ну, не стоит на месте. Оно всегда продвигает какие-то самые эффективные, самые передовые технологии, которые позволяют гражданскому сектору Казахстана, и не только Казахстана, а всей Центральной Азии, решать проблемы наиболее продуктивным, наиболее эффективным путем. The result of Argo's work over these 15 years is that for the first time at a global level, innovative laboratories have been held. These allow prototypes of social and media initiatives to be created. Such technology has been picked up by other regional innovation hubs around the world. More than 2,000 civil servants have been trained in the field of strategic social partnerships. More than 100 public campaigns in the civil society sector have been conducted and supported. More than 50 partnerships with local authorities have been established. More than 40 coalitions have been created to address specific social issues. More than 700 small projects and grants with organizations at the local level and in the region of Central Asia are administered. The only web academy in Central Asia for NGOs was created, where more than 600 civil society leaders were trained. And when I think of Argo, I think of them as really like an apple tree. Argo has taken the nutrients and the resources available that's from around the world, and they have given it back to Central Asia. I also think about the work that Argo has done with the government, that they have slowly and gently developed relationships with governments, working together, civil society and government, so it is not a threat. It is not against each other. It is working together to better the lives of the people within the countries. And another achievement of Argo is they are a translator between the West and the rest of the world to Central Asia. I hope Argo continues the work that they're doing. I hope that it never stops, that they continue to make the work. We really enjoy working with Argo because they really understand their region, and they're more than just a national organization. But at the same time, their specializations are just, they're really helpful because they understand the national context and the regional context, and they've really been a core partner for Innovation for Change in Central Asia. Without Argo, I don't think we'd have a hub and we wouldn't be making the progress we've had, but their leadership and trust that they have in the region has made this, like, truly a success. When I first met Argo a couple of years ago, I suddenly felt attracted by its programs.
So I said, these people, they know what I do and about innovation. Argo was presenting the first innovation labs in Central Asia, and I said, oh my God, we need to do the same in Latin America. So after that, we invited Argo's executive director, Jamila, and she came to share its knowledge and experience. So for us, it's been a journey about learning from each other, and I really hope that Argo keeps its job in the region, its works, and it keeps growing. So I wish you all the best, and congratulations for the work you do for Kazakhstan, but also for Central Asia and the world. В стране осознали значимость того, что нужно каким-то образом анализировать те инициативы, которые направлены на улучшение жизни людей. И это означает, что в Казахстане достаточно людей, которые интересуются вопросом, занимаются им профессионально и готовы это обсуждать. Sailing a ship has long been transferred to international waters. Today, Argo is a sustainable regional hub to promote social innovation in the region of Central and South Asia. With reliable partners at the global level. Dear Mr. Chairman, dear participants of the forum, distinguished guests, I believe a key challenge is that not only government and some civil society institutions are involved for implementation of SDGs. It is also very important to bring understanding of the goals to every family, every citizen, and every heart in my country.